Милые братья и сестры одесситы, разрешите от всего сердца поздравить всех вас, каждого из вас, с Днем Европы в Украине. Для меня, как и для всех нас, нет ни малейшего сомнения. Украина – это Европа. Нет сомнений в том, что Одесса – это, наверное, самая большая в Европе, самая большая Европа в Украине. Общие ценности, общее направление, общий проект. Наша дружба – это, по-моему, самое лучшее доказательство, что мы с вами давно в одной дружественной европейской семье. Будьте счастливы, будьте тверды, будьте уверены, мы с вами, мы все европейцы с вами. Слава Украине, слава Одессе, слава Европе!